Ну, здравствуй, дорогой зритель. У меня пока еще загорелые руки, потому что я только приехал, уже начинаю делать определенные разные разнообразные анонсы. Три посылки. Почему три? Я не знаю, почему три. Потому что по одной вскрывать некогда, и чего тянуть кота за что-либо. Вот так вот. Вот так вот. Раз. Так вот, два. И. Вот так вот, три. Все, пакетики пока здесь оставим со штрих-кодами. И посмотрим, что же внутри. Пакетики у меня что-то подзаканчиваются, поэтому надо с ними с целыми поаккуратней. Буду пересылать в этих пакетиках тем, кто будет заказывать. У меня телефоны с отправкой из Москвы. Охренеть, какая-то огромная по сравнению со всеми остальными. Redmi 5 Plus. Как всегда, ребят, глобальная версия. И данный вариант 4 гига оперативы, 64 встроенной памяти. Ну вот, видите, пакетик опять где-то в пути. Собачка могла чуть-чуть подрасти. А вот это уже просто Redmi 5. Видите, прям насколько он поменьше. 3.32. Опаньки! Redmi 5 Плюс 3.32. Значит, у нас на данный момент 5 плюс 3.32 4.64 и пятерочка 3.32 пришла. Остальные что-то, короче, он там мне там причесал, что-то там связанное с Новым годом послал, не послал. В общем, как обычно, китайцы бывают. Те еще, короче, жуки. Но в целом давайте посмотрим, что из себя представляют две эти модели в разных вариациях. Прям, знаете, приятненькая упаковочка. Ну, блин, огромная. Огромная при всем при этом, она огромная. Так, ну, 4.64, наверное, открывать сейчас не буду, потому как у нас немножко другая задача на данный момент стоит. Открою я ее, когда буду делать на нее полноценный обзор. Что ж ты... Оп! Да, обалдеть, ребят. Прям... Оп! Оп! Вот такой вот силиконовый тонированный бампер у нас идет сразу в комплекте. Это приятно, на самом деле, потому как на новые модели пока выйдет чехольчик и все остальное, времени пройдет, конечно, много. Значит, ну так как у нас это глобальная версия, скрепочка у нас прячется вон там. Здесь у нас ни хрена нету, а могли бы лежать наушники. Евровилочка. Что у нас тут дается-то? 5 вольт, 2 ампера. Бла-бла-бла. И, собственно говоря, сам телефон. Что-то как-то...
что-то я не понимаю, ребят. Ну, вот, 5 плюс, да? Давайте вот так сделаем. У него экран 5,99. То есть, ну, 6-дюймовый фактически. Экран 625 Snapdragon, 4000 аккумулятор. В этом отношении все хорошо. При этом, смотрите, с 6-дюймовым экраном он получается меньше, чем мой 5... Ну, не меньше, а такой же, как мой 5,5 Lenovo. Но при этом, видите, сам экран у него имеет совершенно другие пропорции. Камера торчит. Помните, вот над яблоками смеялись, что камера торчит. Здесь вот она тоже такая. Ну, а в остальном, так, знаете, все симпатично. В остальном все симпатично. Так, минуточку. Давайте посмотрим. Пятерочку. Беленький силиконовый бампер. Потому как телефон золотой. Видите, вот такое ощущение, что у него аж аккумулятор съемный. Но это наверняка не так. Блин, ну они прикольные. Они на самом деле прикольные, ребят. Единственное, наверняка они чего у нас не сделали. То, чего от них ждут, надеются и верят. Это как в серии 5А, лоточек сразу на две симки и флешку. Нет, шиш на руль, симка-флешка, либо симка-симка. Вот. Ну, интересно. Интересно, ребят. Честно, интересно. В руках приятный. Собственно говоря, ждите, сейчас подсоберусь с силами со временем. Вот видите, что отличие. Если 5 плюс мы берем, у него двойная вспышечка, здесь одинарная вспышка, да? Я, может быть, даже себе вот этот 5 плюс и заберу. Так, ну что, еще раз. Сейчас их открою, закачаю на них программы, все стандартно сделаю, попробую, потестю. И скоро выйдут полноценные обзоры на данную модель. А я на данный момент с вами прощаюсь. С вами был я, Михаил, канал «Картовый блогер». Все ссылки в описании на мою группу и в том числе на телефоны. Всем пока, до скорых встреч!